Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Забираем свои награды. Так, кстати говоря. Так, секундочку. Опа. Ауч, не хватает совсем чуть-чуть. Блин, вот это я. Хотя подожди, мы же можем. Да, мы заработаем сейчас здесь баксы. Так что все нормуль, приобрету обязательно. Так, ну для начала давай-ка мы, наверное, сделаем серию испытаний. Так, подожди-ка, вот это вот, наверное, не пойдет. Надо взять Леонардо, потому что команду придется все равно залечивать. Так как бойцы немножко подранены, и надо вот, видишь, Армагоша у нас покоцанный, поэтому надо его залечить. А лекарь у нас, конечно же, это Леонардо. Так, он у нас... Блин! Вот это да, ребят. А у Леонардо, оказывается, откат на целых 4 хода. Здоровски. Такого я, честно говоря, не ожидал. Вот, кстати, за этим, ребята, тоже надо следить. Потому что ты можешь нечаянно отправить бойца, а у него откат. Потому что ты в прошлой битве, например, использовал, да, лечение. Так что, как бы, надо... Все время это как бы держать под контролем. Хорошо, что здесь у нас более-менее Армагон сильный, плюс у него броня. Пробить, соответственно, противнику бы не получилось. Но если бы это был какой-то наш боец слабенький, то, конечно, его бы раскатали бы здесь. Ну что, забираем награды и открываем колоду бесплатную. Так, камень Таликс, пицца, сюрикен и пульверизатор. Или Тимати. Так, дальше. Ищем... Кого ищем-то? Ищем нашего Микеланджело. И пытаемся прокачать. Так, значит, надо найти нам еще две кошки. Раз. Два. Так, две кошки найдено. Дальше, нам нужно найти 6 шляп с напитками. Подожди, я, по-моему, не то взял, да? Конечно, не то. Так, тыква. Тыква. Давай-ка убирать свою тыкву. Так, одну шляпу мы нашли. Ну что такое-то? Ну, ни в какую. Смотри, не хочет. Одну тыкву дает и все. Это только вторая шляпа. Третья. Ну, тыкву все равно, ребята, дает намного больше, да, чем шляп. Ты посмотри. Да. Шансы, конечно, на поиски маловаты. А, нам еще одну нужно найти. Еще одну нам нужно найти. И вот с ней, как всегда, блин, проблема. Во, все. Так, ну что, со шляпами мы закончили. Нам нужно будет найти еще 10 ящиков с инструментами. Ну, соответственно, это будет уже в других сериях. И поднять уровень персонажа. Мутагена у нас не очень много, поэтому давай, наверное, вот Рафаэля. До 56 уровня подняли. Здесь забираем все наши награды. И теперь приобретаем 250 телепортов. Вот так вот. Ну что, где нас? Ох, слушай-ка. Давай. Обязательно будем жетоны, ребята. Как же без них-то? Жетоны — это наше все. Жетоны — это наше все, потому что нам нужно очень, во-первых, очень много жетонов для того, чтобы прокачивать наших маузеров. Для кого не секрет, что там нужно очень дофига. Ну что это такое, ребят, опять вылет игры, что ли? Так, прогрузилось, ага, 40 жетонов. Погнали дальше. Дальше у нас будет 60 жетонов разыгрываться. Ну что ты делаешь, а? Давай, бомби по нему. 40 до 60, это уже соточку мы с тобой приобретаем, получается. И дальше, по-моему, будет 80. 80 и в конце 100. Нормально, да, так? Хапнем жетончиков. Так, ну-ка давай еще разок бомбанем. И... Да, в принципе, можно его добить.
укусом тройным. Все. Ну и как всегда, ребят, последний, заключительный поединок у нас. Поехали. Ну что, начнет зэк, как обычно, опять же. Ага. Нет, первым начал Змей Ковюн. Он 80 уровня, ребят, но инициатива у него намного больше, чем у моих сотых даже. Так, и остается лишь добить его, получается. Ну, давай с базуки. Все. Как-то так, и никак иначе. Друзья, мы победили, и поэтому вопросов никаких и быть не может. Итого у нас 450 жетонов. Это, кстати, очень круто. 450 жетонов. Так, дальше. Зайдем сюда. Живи долго и играючи. Давай попробуем здесь пофармить. Карта. Так, кожеголовый. 3 доллара. Похоже, не получится у нас пофармить, ребята. О, 50 жетонов дали. Ну что же, 50 жетонов дали, уже что-то, да? Ну и самое главное, конечно же, это турнирная арена. Мы с тобой находимся на Лиге Сёгунов 3 звезды. Это говорит о том, что нам чуть-чуть надо тут подраться, так сказать, с ними, чтобы перейти... Да иди ты. Чтобы перейти нам на следующий ранг. Взял я здесь одного кожеголового. Я не знаю, ребят, почему-то я верю, что он здесь может справиться. Ну, по крайней мере, львиную дозу урона он нанесет, да. И тут остается просто добить нам Шреддера. Все, Хан с этим превосходно справился. Честно говоря, я не ожидал, что он сможет, но справился. Так, давай дойдем вначале до полтинника. Мы уже на 58-й ступеньке, так сказать. И попробуем найти 16-22. Мало мне верится, конечно, что они мне дадут. Ну да. Ладно, давай тогда возьмем этот отряд. Берем Бакстера. Берем Бакстера. Раз, два, три, четыре. Ну и все. Блин, 55 уровень. Ты посмотри, мы с тобой вот сегодня прокачали одного персонажа до 56-го. А сколько у нас, сейчас только что показали, 55 уровня еще бойцов. Это просто тьма. Но ты посмотри, ты что ж такое делаешь-то? Ты даже... Ай-яй-яй. Лео, ты красавчик. Ну, ему, ребята, повезло, честно говоря. Потому что там надо было всего лишь добить. У них мало здоровья оставалось, так что все под контролем. 42 место. Так, ну что, друзья мои, завтра у меня будет рабочий день. Ну, точнее, 2 рабочих дня, поэтому... Плюс это все будет с утра. Соответственно, вряд ли я буду выходить. Точнее, не я буду выходить, а вряд ли будут выходить 2 дня ролики. Потому что, ну, работа, сон, сам понимаешь. Так что можете, в принципе, наслаждаться тем контентом, который уже у меня снят за эти выходные. Поверь мне, есть что посмотреть, особенно на втором канале. Ребята, еще раз повторю, если кто-то видит, что в видосе пропала музыка, или пропал мой голос, или еще там какой-то косяк, это связано с тем, что во многих новых играх сейчас присутствует музыка, которая имеет авторские права. И, соответственно, когда-то выкладываю я ролик, мне пишут, типа: вы нарушаете эти авторские права, прошу вас, типа, удалите эту музыку или еще что-нибудь. Мне приходится подчищать это все дело, и, соответственно, из-за этого может пропасть звук или еще что-нибудь. Поэтому, если кто хочет посмотреть нормально, со звуком все, как полагается, без всяких там вырезов, то на Яндекс.Дзен. Это мой второй канал, ребята. Который не как второй канал, это вторая платформа, на которую я выкладываю видосики, не считая, конечно, Рутуба. Вот, и он может спокойненько зайти туда и посмотреть, потому что там это не распространяется, вот эти всякие авторские права и тому подобное. Так что можете заходить и смотреть спокойненько. Это я вам так, как бы, ну, вдруг кому-то вот захотелось посмотреть, как вот у меня недавно вышла игра, которая называется «В темноте». Я же не знал, что там, ребята, музыка такая. Сижу, играю, 2 серии отснял, выкладываю их, а мне пишут: парень, запрещено. Ну что же, пока у меня на
моем основном канале на Ютубе это все вырезается и подчищается, то это спокойный видосик уже давно лежит на Яндекс.Дзене, и можешь заходить и смотреть без каких-либо проблем, понимаешь? Вот так вот. То есть у нас не влияет на нашем вот этом Яндекс.Дзене всякие их липовые вшивые права. У нас все разрешено. Так, ну что, давай тогда сделаем. Возьму я Кренга. Ну, мне кажется, Крэнг, конечно, сейчас... Он должен справиться. А вдруг нет? Я, конечно, не хочу сомневаться в нем, но вдруг, ребята, вот... Знаешь, вот как... Бывает. Западляночка такая. Ты надеешься, что он справится, а он бац и промахнулся, и все. Поэтому на всякий случай я взял, конечно же, Махмана. Давай проверим. Получится у него пробить или нет. Да, получилось, но видишь, а вот не взял бы я Макмана, вдруг не получилось бы. И пошло бы, поехало тут, раздолье. Меня интересует другое, что мы с тобой уже переходим, ребята, на Лигу Мастеров одну звезду. Так, я попробую сегодня, конечно, дойти до Лиги Мастеров две звезды. Это было бы вообще шикарно. Это было бы, ребята, шикардосик. Так что будем пытаться, будем пробовать. Такс, ну что же. Давай, погнали. Фигня какая-то, да? Хотел тут, друзья, помните, я вам говорил, когда у меня винда слетела и жесткий диск сгорел, я хотел восстановить многие игры, потому что у меня там бэкапы есть, эмуляторов некоторых, да? Вроде бы как бы игры-то все вернул, да, все как бы это, но я не могу в них играть почему-то, не проходит обновление. И тут я думал, а что если мне, например, вернуть там некоторые игры, которые были там, например, гоночки, да? Угу. Вроде бы скачал все, смотрю, ребят, а у меня они идут с самого начала. То есть у них нет вот этого вот Google сохранения, которое обычно действует. Нет у них привязки ни к Facebook, ни к Google, ни к чему. То есть они как бы нулевки. Я ненавижу на самом деле такие игры, потому что, ну, мало ли что у тебя происходит, да, эмулятор накрылся или еще что-нибудь. Ты автоматически теряешь все сейвы. Эта штука у меня происходила, знаешь, с какой игрой? Помнишь, играли мы с тобой давненько про обезьянку, которую я защищал лес? Ну, ты, наверное, помнишь, я не помню название игры этой. Что-то там с лесорубами связано. Лесорубы приходили, вырубали лес, и моя обезьяна, и помогали ей животные ей драться против них. Помнишь, у нас и что-то там с эмулятором как-то произошла ошибка, мне пришлось его переустановить. И по итогу получилось, что все заново. А играть-то все заново, ты сам представляешь, как много надо. То есть, ну там действительно очень дофига, ребята, надо чего проходить. То есть это не один день у нас там наиграно, там пару месяцев мы уже точно играли. И как бы с самого начала, ну вообще не вариант. Ну я вообще к чему говорю, что ненавижу такие игры, где нет сохранений. Вот в черепашках сохранение есть, ребята, но оно от Фейсбука. И если, не дай бог, у вас стырит аккаунт или еще что-нибудь в этом роде, да, то вы потеряете абсолютно все. Все ваши игры, которые были, я имею в виду, привязаны к Фейсу. Если, конечно, есть Google Play, если там привязаны, то вы можете, например, зайти через него, как Дракон в заднике Олуха. У нее есть две привязки. Либо Google Play, либо Facebook. То есть два варианта. В черепашках почему-то Google Play нету. Только одна привязка — это через Facebook. Как ни странно. Ну вот, с этим ничего поделать нельзя. Вот. Так что играйте по возможности в те игры, которые, ребята, имеют сейф. Это то же самое касается Steam'а и Epic Storm Game. Вот в последнее время меня очень разочаровывает Epic. Да, я не спорю, там можно даже немножко, ну, подешевле-то вряд ли, конечно, сказать. Но там можно купить игры без заморочек, как здесь. Здесь надо заморачиваться, да, через какие-то сторонние программы в Steam'е, я имею в виду, приобретать. Там же нет, но опять же, сохранение. У меня винда слетела, я восстановил все игры, да? А у меня игр там много, поверь мне. И все без сейвов. То есть, пишет, нету облачного... Мы не нашли облачное сохранение.
А почему не нашли? Потому что оно на диске C было. А диск C, соответственно, у меня форматнулся, когда я приустанавливал винду. Красавчики, что я могу сказать? Почему в Steam большинство игр сохраняется в облаке? Там они себе этого позволить не могут. Не знаю, ребята. Они, наверное, считают, что сейвы очень много занимают места. До сущей копейки занимают сейвы по пространству, поверь мне. Ну вот, ладно. Короче, высказался я по этому поводу. Ой-ой-ой-ой, вот тебе и высказался. Блин, твою налево, тормознутые майки взял просто и ушатал мне змею карай. Совсем, совсем, ребята, расставился. Надо же было вот взять этим провокацию и все. Железноголовым. И все было бы нормально. Ну, видишь, увлекся разговором, поэтому так вот получилось. Но я тебе скажу следующее, что все-таки в Лигу Мастеров две звездочки-то мы залетим. Да, будет такой у нас шанс. Раз, два, три, четыре. Так, а сейчас уже придется отыгрывать через Армагона и Шредера наших слабых персонажей, потому что их там еще осталась целая куча. Видишь, Армагон не смог добить. Вот так вот, 73-й, 72-й. Почему? Без понятия. Тяжело, наверное, ему. Но хотя это, если честно, такой довольно серьезный противник. Опять же повторю, ребята, они прокачаны полностью по скиллам. Это мы можем с тобой хандрить здесь. А у них с этим все нормально, все чики-пуки. Так, ну что, давай возьмем еще раз Армагона и... Вот так вот. Сколько тут еще бойцов? Ух, ё! Такое впечатление, что можно до Лиги Мастеров 3 звезды спокойно дойти. Лишь бы, как говорится, хватало откатов. Ну-ка. Да что ж такое-то, а? Еще многие спрашивают, ребята, вот есть игры, которые я играю на втором канале, я имею в виду на ПК, да? Почему я их не продолжаю? Есть такое понятие, игра в раннем доступе, да? Вот ты ее играешь, 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 а потом начинаются либо глюки, либо лаги, либо еще что-нибудь, либо какой-то контент, либо дисбаланс, и я просто их прекращаю играть. Но прекращаю вплоть до того момента, пока он не выйдет в релиз. То есть как он только выходит в релиз официально, ребята, я возвращаюсь к нему и, соответственно, начинаю играть. Понимаешь, да, о чем я? Вот так вот. Сейчас у нас вышло дополнение на игрушку «Никто не спасет мир». Помните такую мы играли? Вот, сейчас вышло на нее дополнение. Соответственно, я его купил. И теперь вот надо ждать, когда я созрею для прохождения. Потому что слишком много игр я сейчас там взял на свои плечи. Это у нас получается и «Аксиом Верджи» вторую часть начал проходить. Я начал проходить «В темноте». «Айрон Харвест» мы начали проходить. И... что там у нас еще? А, Midnight Fighting Club, этот, Fighting Express, да. Поэтому как бы надо что-то будет, одну или два, две игры пройти, и потом уже можно будет, в принципе, возвращаться к «Никто не спасет мир». Игруха сама по себе прикольная. Стоит, как говорится, моего личного внимания, поэтому, ребят, я ее, соответственно, буду допроходить. Ну как допроходить? Там новый новый появляется контент, континент, если не ошибаюсь, зима, да? Новый биом, и появляется два новых персонажа. Какой-то маг или некромант, я не знаю, нет, по-моему, маг какой-то. И оса. Вот, мне, конечно же, хочется это все посмотреть, поэтому обязательно буду проходить. Но... точного тебе числа не могу сказать, когда начнется. Через месяц, через два, через неделю. Чем быстрее мы пройдем ближайшие игры, которые уже у нас запланированы, тем быстрее мы, как говорится, переключимся на следующую. Так, ну что, мы уже, ребята, потихонечку-потихонечку двигаемся к Лиге Мастеров 3 звезды. Откатов вроде бы как хватает. 21 штука, то есть на 10 поединков у нас этого хватит. А 10 поединков мы должны, в принципе, должно нам хватить, чтобы перейти в Лигу Мастеров 3 звездочки. Как-то так. Ну давай. А что это у Кренга? Ты видел на мускулах, там, на руках? Это что такое у него? Я вначале подумал, что это эти, знаешь, как шевроны
Похоже было, но нет. Это какие-то то ли карманы, то ли черт его знает, что это такое. Это просто какие-то наклейки, блин. Интересно. Ну что же. Так, с 80-го места мы перелетаем на 66-й. Всего лишь 14 ступенек пролетели. Ну что-то совсем игра меня не балуешь. Совсем. Раз, два, три. Ну, таким темпом мы действительно доберемся до 3 звездочек. А тем и лучше. 2 дня играть не смогу, соответственно, скинут меня где-то до Лиги Мастеров, скорее всего, 1 звезды. 1 звезды, а день недели у нас сегодня, ну-ка, сегодня у нас среда, получается, да? Четверг, пятница я работаю, суббота у меня отдых, воскресенье, понедельник опять же работаю. Да. Фиговенько как-то получается. Буст пролетает у нас, да, ребят? Хотя, подожди, суббота, воскресенье, понедельник, это в ночь. Нет, попадаем на буст. Опять же, если я проснусь. Если я буду в состоянии встать и заставить себя снять, тогда буст будет. Хотя, с другой стороны, какой уже может быть буст, ребята? Все равно нам не дадут возможности перейти в Лигу Мастеров 1 звезда за 1 заходку. Не дадут. Видимо, что-то поменялось в игре. Может быть, распределение, я не знаю, кубков поменялось или еще что-то. Раньше мы часто с тобой попадали, а последние, я не знаю, полгода, год уже, наверное, нас сюда не пускают. Никак. Нам... Не, мы можем туда перейти, но если дополнительно тратить свои откаты, в общем, вот это вот все... Тогда да, конечно, ты туда попадешь. Но опять же, ты туда попадешь, а на следующее утро встанешь, смотришь, а тебя опять скинули до Лиги Самураев или до Лиги Сёгунов. Так что одно место рвать и тратить откаты и тому подобное, оно того не стоит. Вот. Еще некоторые пишут: Рэй, поиграй моим составом. Ребят, ну, во-первых, вы даете такие составы на таких персонажей, которые у меня не прокачаны. Ну, тут смысл мне играть твоим составом. Если у меня, например, будет 2 прокачанных, а 3 непрокачанных. И смысл? Смысл, вот, что ты хочешь увидеть это для себя? Как мои 2 бойца выиграют или как мои 3 бойца проиграют, что именно интересует, я не знаю. Когда у тебя все прокачанные персонажи, и ты вот говоришь, давай посмотрим такую комбинацию, там, тот-то, 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 я говорю, ради бога, конечно, давай, мне самому, например, будет интересно посмотреть, во что это все выльется. А когда, извини меня, как вот здесь вот 2 персонажа прокачанных, да, например, Крэнк и кто там у нас еще... Крэнк и Армагон. А вот эти вот 3 непрокачанные. Так что я могу тебе про них сказать? Я могу только сказать, что они ватники, ребят. Что стоит моим сильным бойцам пропустить удар или еще что-нибудь, или не добить врага, и все, и полетят клочки по закоулочкам. Так что, как бы, не вариант. Не то, что я не хочу делать обзоры составов от подписчиков, а в том, что я не вижу в этом пока целесообразности, понимаешь? Если бы, я тебе говорю, все на уровне были бы, сотки, даже пускай скиллы были бы не прокачаны, но хотя бы все были 100-го уровня, платиновом ранге. Это да. А здесь нет. Тут либо слабыми играть, чисто слабыми играть, либо чисто сильными. А у меня, видишь, дисбаланс. У меня нету ни слабых, ни сильных. Ну, как бы, есть слабый, сильный, но... Если слабый со слабыми, это получается ерунда. А сильными со сильными, это... Просто неубиваемая команда. Как-то вот так. Ну что, ребята, я нас поздравляю. Мы перешли с вами в Лигу Мастеров 3 звезды. У нас даже еще есть небольшой запасик наших бойцов, которым мы можем воспользоваться. А именно вот. Вот он, весь небольшой наш запасик на 1 поединок. Но все-таки это лучше, чем вообще ничего. Согласись. Поехали. Опа. Так, 2 крайних уничтожили. Давай, Крэнк, добивай их. Можно было бы и ракетами, но... Давай уж так добьем. Все, по красоте. И получается, что нам больше здесь
сделать-то и нечего будет. Единственное, что пиццу потратить, если так, у нас еще 9 откатов в запасе. Ох ты, у нас мутагена накопилось. Ё-моё, Зэк, тебе фартит сегодня. 96-й, ребят, 4 уровня всего осталось. Всего 4 уровня, и он будет у нас соткой. Так, ну что там, пицца у нас... много пиццы-то? 385, ребят, 385. На следующий, ну, под конец этой недели, на следующий уже будем апать с вами нового персонажа. Еще раз повторяю, в платиновый ранг. Ну, давай сюда потратим, наверное, да? На поиски вот этих вот... Пиццы нет. Извините, ребят, за облом такой. Я сам не знал, что пицца у нас закончилась. Ну что ж, друзья мои, тогда на этой ноте я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.